Андрей, ты не подскажешь, почему мы так танцуем? Вот. А ты знаешь, для чего мы так танцуем? Для чего? Ты поняла теперь смысл пословицы «плохому танцору туфли мешают»? Да, поняла. Да, поняла? Да. А ведь многие этого не понимают. Да бог с ним, с танцами. Ведь в обычной жизни... Все, прекрати. В обычной жизни люди покупают себе неудобную обувь, и в результате чего? Некрасиво ходят. И про болезни кучу получают. Ну, кучу болезней. Не повод ломать мне пальцы, Тань. Поэтому, друзья, сегодня к нам придет в гости ортопед. И мы расскажем вам то, какую обувь нужно покупать, чтобы ваши ножки были... В целости и сохранности. Да. И хорошо танцевать. Именно так.